Медцентр на Первомайской 23А. Схема уже стала стандартной. Звонок по телефону, приглашение на бесплатную консультацию и навязывание дорогостоящих услуг. Ольга Евгеньевна не стала исключением. После консультации и проведенных процедур женщине стало хуже. Как оказалось, услуги были оказаны неверно. Но вернуть деньги в полном объеме медцентр отказался. Женщина заплатила центру 15 тысяч, но вернули ей только 6. За помощью Ольга Евгеньевна обратилась в приемную депутата законодательного собрания Антона Юрьевича Холодова. Женщине была оказана юридическая помощь. Адвокат представлял ее интересы в суде. Получил этим вопросом заниматься мне. По итогу была составлена досудебная претензия, на которую мы также получили отказ, и после чего мы принесли деньги в размере 5970 рублей были взысканы. Ей взыскали моральный вред в сумме 3000 рублей, ей взыскали неустойку в размере 700 с чем-то рублей. В пользу Ольги Евгеньевны был взыскан штраф СОО «Медцентру» за то, что эта организация отказалась принять деньги в досудебном порядке. Слава Богу, вчера суд выиграли. Спасибо, я вот написала это Антону Юрьевичу, там благодарность на страницу.